завали маладу. На чужою сторону. А завали маладу. На чужою сторону. А завали маладу, да, на чужую сторону. На чужую сторону. Неохочую семью, отдавали молоду, девку красную, да не согласную. Отдавали молоду на чужую сторону, как и горлица, девку красную. Отдавали молоду на чужую сторону, не согласную. На теперь говори, на медведицу веду, неопрятную, безучастную. А свекруха говорит, нам лютую змею ведуть, ох, опасную, эх, опасную. Отдавали молоду на чужую сторону, аки горница, девку красную. Отдавали молоду на чужую сторону, не согласную. Отдавали молоду. Аки корлица, девку красную. Спасибо. Спасибо огромное. Доминик Джокер. Спасибо огромное. По той решительности, с которой Владимир Иванович Коровко просто вытребовал себе микрофон, я так подозреваю, что сейчас будут слова. Какие? Хорошие слова. Тогда знаете что? Если все равно хорошие, то не будет уже никакой интриги. Давайте на оценки посмотрим, а потом будем говорить хорошие слова. Ну-ка, пожалуйста.